Итак, друзья, всем привет, и в одно время я вам обещал переобзоры на старые ролики, потому что уж больно давно я их снял, много воды с того времени утекло, да и опыта у меня стало банально больше, и одним из самых частых запросов были 574-е New Balance. Ну и вот вам, собственно, 574-е, однако с приставкой V2, и она здесь меняет очень многое. И ни в коем случае не стоит путать эти V2 со спортивными версиями 574-х. Во-первых, они в названии имеют приставку S, а во-вторых, они выглядят абсолютно иначе. А вот если взять и сопоставить лоб в лоб обычные и обновленные 574, то внешне они выглядят практически один в один. Тот же перед, та же середина и подошва на глаз практически неотличима. Но на самом деле изменения здесь можно ощутить только лично. Фоток здесь будет маловато. Поэтому переобзора, к сожалению, не случилось, но для многих я, кстати, раскрою вот эту невидимую в буквальном смысле грань между старыми и новыми 574-ми. Если хотите знать сразу, то я бы выбрал старые, а вот то, почему я решил это сделать, почему New Balance облажались в буквальном смысле в этом ремиксе, вы узнаете по ходу всего ролика, так что обязательно смотрите до конца. Итак, начнем с того, что отличить V2 от классических не составит никакого труда. Во-первых, это и так есть название, а во-вторых, просто смотрите сверху на бирку на язычке. Если есть слово классик, то перед вами точно стандартный 574. У V2 вы увидите просто число и ничего более. А вот теперь берем вот так кроссовок внимательно в руки, смотрим и изучаем. И ничего отличительного по сути не находим. Те же самые швы, те же самые детали, подошва снаружи выглядит один в один. Конечно же, моя версия отличительна тем, что они колорвеем очень напоминают 1300 New Balance, издалека практически один в один. Абсолютно такие же бежевые шнурки, такая же бежевая буква N, такой же темно-синий ненасыщенный верх, но еще они примечательны и тем, что они сделаны не из замши, вы видите, что они сделаны из нубука. И для 574-х это охренеть какая редкость. Состояние именно моих New Balance хорошее, но отнюдь не идеальное, потому что я в них несколько раз уже успел угодить под дождь, так что это дало какие-то следы. И что мы видим еще? Сетка, она здесь хорошая, именно если рассматривать 574 New Balance, то это одна из самых лучших сеток, более-менее проветриваемая, конечно же, на лето не самый лучший вариант, но достаточно прочная и заломов каких-либо не имеет, если они здесь вообще когда-либо будут. Но если моя версия вам по каким-то причинам не зашла, то вот вам некоторые из других расцветок. Может быть, эти вам зайдут лучше. Отдельно пару слов, конечно же, стоит сказать и для персонажей, которые все еще живут в 90-х и думают, что USA New Balance чем-то отличается от китайских. Сколько я их не обозревал, абсолютно те же самые швы, то же самое качество, вот эти NB прямое тому доказательство, так что да, разницы вообще никакой нету, просто станки стоят в разных странах, ну не более того. А вот где действительно видна, а вернее ощущается разница, так это в подошве. Классических была очень твердая, по мнению многих платформы, такой же примерно и в Reebok Classic, и в десятках других кроссовок, но тут основу всего составляет гораздо более мягкая пена. Ее без проблем можно промять не то что ногами, даже и пальцы особо напрягать нет необходимости. В сравнении с классическими тут разница земля и небо, но Print Cup здесь все равно не забыли, то есть тут все еще есть стакан из ТПУ в пятке, внутри которого уже находится мягкая середина. И почему так не делали раньше, мы поговорим чуть позже. Внутри здесь кожа, и мне в отличие от многих такое не нравится. Обычный задник и так меня никогда не подводил, а вот если вспомнить те же 998, то первые две недели они меня прям выбешивали скрипом сзади. Приходилось ждать, когда пройдет само собой. В этих же такого, к счастью, не произошло. Если вы думали, что вот такой торчащий кусок брак, это норма, не переживайте. Размеры кроссовок и стельки вы сейчас можете увидеть на экране, и что здесь хочется добавить. Если вы рассчитывали брать эти кроссовки такого же размера, как и обычные 574, то лучше берите на пол размера побольше, потому что они мне маловаты. Я не понимаю, почему, вроде как конструкция одинаковая, но они при таких же размерах, как и в старых 574, мне поддавливают в пальцах. Это очень сильно заметно, и такое дело вообще никаким боком не разносится. Поэтому к размеру подходите более внимательнее. И вот казалось бы, а почему New Balance изначально не выпускали 574 с более мягкой пеной, а стали делать так только в последние годы? Значит, ответ здесь только один. New Balance банально решили пойти на поводу у моды и сделать кроссовки максимально привлекательными для, скажем так, массовой аудитории. Для большинства людей, конечно же, определяющим фактором является в первую очередь мягкость. Именно она производит первое впечатление магазина, когда человек покупает вот такие дорогущие у нас в магазе кроссовки и недоумевает от их твердости, то, естественно, он пройдет мимо них. И вот New Balance взяли эту уже пожилую конструкцию, но снизу не придумав ничего, кроме как тупо смягчить пену, и получили, друзья мои, провал. Почти полный провал. Чтобы вы понимали, почему так случилось, опять стоит обратиться к NCAP'у. Раньше он представлял собой чуть ли не единое целое с подошвой, потому что амортизацию этим кроссовкам обеспечивал именно сердечник, находящийся внутри NCAP'а. А теперь это просто твердая штуковина, которая елозит вот так по уже мягкой пене. И спрашивается, а нахрена вообще так сделали? Могли бы просто NCAP как-нибудь, не знаю, более низко сделать, чтобы он все-таки давал ту самую стабилизацию, за которую любят кроссовки New Balance. А здесь мы получаем не пойми какого Франкенштейна. И на выходе вы получаете кроссовки,
которые к New Balance вообще мало какое отношение-то и имеют. Избыточно мягкие для такой платформы, с минимальной поддержкой, да еще и давящие спереди, если решили взять свой стандартный размер. Если вам дать их потестить слепую, то большинство из вас подумают, что это скорее Adidas или там еще что-то нечто подобное. Но 574 стали популярны как раз не только из-за ультра-универсального дизайна, но и потому, что при своей внешней простоте внутри они являются настоящими флагманами, которые для повседнева были практически идеальными. А вот эти 574 меня из коробки хоть и удивили, но спустя какое-то время я вообще перестал их бывать. Это самый наглядный пример, когда при чуть ли не идеальном дизайне они в итоге отправились у меня на полку, и носить их уже почти нет никакого желания. Короче, вывод будет максимально короткий и элементарный. Берите старые кроссовки и не парьте себе голову. Они стоят абсолютно столько же, выглядят один в один, но при этом вы получаете поистине благородные кроссовки, особенно если найдете какую-нибудь годную версию. А вот эти 574 V2 ставьте лучше кому-нибудь, кто в кроссовках любит мягкость, хотя она далеко не самое главное, что в них может быть. Ну что, друзья, у меня на этом для вас все. Как всегда, если вам понравился ролик, то обязательно поддержите его лайком, подпиской и обязательно переходите по ссылке в описании в телеграм-канал, где я выложу несколько ссылок с самыми годными ценниками на вот эти вот кроссовки. В будущем ждите еще больше видосов, включая обзоры на вот эти ленинги, которые многие из вас ждут. И, конечно же, Dr. Mertens 1460, высокая версия. Я вообще думал, что они один в один будут с маленькими, но на самом деле, как только их померил, разница ощутима. Вот какая там разница, я вам расскажу уже в полноценном обзоре. Добавить мне больше нечего, и всем счастливо.